Необходимо промазать хорошо подсолнечным маслом, кремом, для того, чтобы залитая формочка легко отходила из этой формы. Используйте то эфирное масло. Вот в данном случае у меня здесь эфирное масло эвкалипта. Эвкалиптовое масло убивает бактерии, поэтому для того, чтобы было здоровье, необходимо добавить вот такое масло. Можно мелиссу. Мне тоже очень нравится это ароматическое масло. Вы берете то масло, которое вам больше подходит для вашего ритуала, для вашего подарка. После того, как вся свечная масса растопилась, можно заливать приготовленные формочки. Но я советую капнуть то масло, которое вам пригодится для ритуала. Можно капнуть необходимое количество масла. Его надо ложить довольно-таки много. Капать нужное количество. Можно в саму емкость, но можно также и отдельно в каждую заготовленную форму.